В России стартовала осенняя призывная кампания. Она продлится до 31 декабря. В этот период ряды вооруженных сил пополнят 128 тысяч новобранцев от 18 до 27 лет. Из них более 700 человек из Мариэл. В связи с ограничительными мерами на фоне пандемии военный комиссариат тесно сотрудничает с региональным министерством здравоохранения. На всех этапах ребят проверяют на наличие признаков простуды, в том числе и на коронавирусную инфекцию. В пунктах сбора проводят экспресс-тестирование. Мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, проводятся с учетом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции. Основной задачей в ходе призыва является сохранение жизни и здоровья сотрудников военных комиссариатов, сотрудников врачей, которые проводят медицинское свидетельство, призывников, и направлено для того, чтобы не допустить заноса коронавирусной инфекции в вооруженные силы Российской Федерации. Ребята из Мариэл будут проходить службу во всех военных округах страны. Медицинские осмотры призывников проходят с соблюдением повышенных мер безопасности, отработанных в ходе весеннего призыва. На пунктах сбора солдаты будут полностью экипированы. Во-первых, они получат базовое всесезонное обмундирование, подходящее для любых климатических условий и для жары, и для холода. Во-вторых, каждому новобранцу выдадут предметы личной гигиены.